Ребята, всем привет! И сегодня у нас, как обычно, распаковочка бумажных сюрпризов. Но сегодня видео с новиночкой, как обычно, да. Каждому видео я подготавливаю новиночку. Одну или две, или даже три. Ну, три это редко. Это коллекция «Угадай слово». Она очень красивая, простая, но красивая, как по мне. Здесь пакетики разных цветов. Вот такой пакетик с фламинго розового цвета. Желтый с солнышком. Синенький с таким цветочком голубеньким. Фиолетовый с бабочкой. Красный с яблочком. Оранжевый с морковочкой такой. И зелененький с листочком. Вот такие красивые пакетики. Я уже делала, по-моему, такую коллекцию два раза, ну, может, больше, может, меньше. Но два раза точно в первом каталоге и в этом нашем, во втором, который мы сейчас ведем. А вот это уже третья «Угадай слово» коллекция. И давайте начнем выбирать пакетики из нашей прошлой новинки. Давайте возьмем вот этот пакет фиолетовый. Это коллекция коктейли. Из новинки возьмем. Из новинки хочу взять почему-то. Давайте возьмем зеленый с листочком. Коллекция Корги тоже очень красивая коллекция. Она вот такая шуршащая. И давайте из этой коллекции возьмем вот этот пакетик. Хочу взять. Вот. Из коллекции «Укрась маску». Здесь пакетики наклейки. Давайте возьмем вот этот бирюзовенький. И сегодня мы закончим одну коллекцию. Это коллекция пластыри. К сожалению, коллекции от моей подружки Поли больше не осталось. Но она, по-моему, сделала там несколько коллекций. Две или три, не помню уже. Если я не ошибаюсь, она сделала. Если сделала, то я не знаю, когда я их заберу, как получится. Кстати, пишите в комментариях, какие пакетики из всех наших коллекций взять следующие. В следующем видео мне будет очень интересно почитать. И открываем наш каталог на страничке с коллекцией пластыри. Заканчиваем эту коллекцию. У нас пакетик с персиком. А вот, давайте откроем его. Здесь вот такая вот насечка. Там попался вот такой простой фиолетовый пластырь. Сейчас я возьму клей-карандаш и приклею этот пластырь. Вот так вот. Вот так получилось приклеить, и коллекция пластыри закончена. Дальше коллекция «Укрась маску». У нас сегодня бирюзовый пакетик. Приклеим масочку сегодня вот сюда. Так, приклеим. Масочку так тут у нас. И наше украшение. Вот такая мордочка котика. Точнее, носик и ротик. Тут просто отсвечивает. И приклеим это украшение. Такое вот. Вот сюда. Конечно, я, наверное, подобрала чуть-чуть разные цвета, потому что оно прям так... не очень сходится. Дальше у нас идет коллекция Корги. У нас сегодня голубой пакетик, где собачка сидит в коробочке. Перфорация. Откроем пакетик. Посмотрим, что нам попалось. Ух ты! Я очень старалась над этой наклеечкой и рисовала ее первой. Это корги, который летит на разноцветных шариках воздушных. Так, еще блики у шариков есть. И такой корги, он такой милашка, я не могу. Приклеим его. Тут наклейки клеятся наклейки, как вы уже заметили. Дальше коллекция коктейлей. Это наша прошлая новинка. У нас фиолетовый пакетик с коктейльчиком. Тут тоже точно-точно такая перфорация. Оно так хорошо открывается. Так, что попалось? И, ребят, нам попался мохито.
такой реалистичный коктейльчик, там такие лимончики, так все миниатюрно, так все мелко. Вот. Она очень маленькая. Вот там кусочки льда, листья мяты. И сейчас я приклею этот коктейльчик. Давайте приклеим как-нибудь вот так вот. Посмотрите, очень красивая коллекция получается. Прям вообще прям так. И наша новинка. Угадай слово. Это слово состоит из 9 букв. Вот вам небольшая подсказка. У нас зеленый пакетик с листочком. Нам может попасться 2 наклейки, либо же 3, либо 1. Вот нам сегодня 1, по-моему, попалась, если я не ошибаюсь. Да, 1, ребятки. Это буква R. Буква R. Номер 9. Вот. Нам попалась последняя буковка в слове. Буковка R. Вот так. У меня вот так получилось приклеить. И если вам понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк. И если вы еще не подписаны на мой канал, скорее нажимайте на кнопочку подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео. Обязательно не забывайте писать мне, кому передать приветик. Обязательно передам, если, конечно же, замечу комментарий. И пишите, какие пакетики взять в следующем видео. И у меня уже появилось несколько идей для новых коллекций. Поэтому к следующему видео ждите суперскую интересную новинку. Пока-пока!